Я вам хочу прочитать стихотворение, которое называется «Не пяди вражине». А кто у нас вражина? Раша. Мира хотят на земле все народы. Хватит, угомонитесь, уроды. Заморозить хотите? Стараетесь зря. Украины свободно не погаснет заря. Злитесь, бомбите страну сгоряча. Кто на нас мечом, тот умрет от меча. Мы за мир, нам не нужно войны. Но не пяди вражине родимой земли. Слава Украине! Все будет Украина!